Добрый день, дорогие друзья. На дворе 2021 год. А это значит, что надо пора опять куда-то съездить покататься. Заканчиваются новогодние праздники. Впереди рабочие дни. Ну вот, решил, так сказать, сегодня в компании своих товарищей съездить опять покататься куда-нибудь в Ленобласти. То что-то дома надоело уже сидеть конкретно. Надо куда-то съездить, развеяться. Те, кто меня еще подзабыл, я Григорий Михайлов. И сегодня у нас очередные спонтанные окрестности. Остался час нам до Приморска, и мы сейчас на живописнейшем месте Приморского шоссе. Мы на берегу Финского залива, на улице минус 20, холодно, но я ради вас, дорогие подписчики, записываю это видео, потому что посмотрите, какая красота. А сейчас, друзья, мы будем подниматься на высоту. Посмотрим, какой там вид с высоты у нас будет на этот вот прекрасный вид Финского залива. Вот, посмотрим, что там интересного. Как всегда, впереди идет Григорий Михайлов. Наш ведущий ведет нас на вершину. И вот уже первое падение. Достаточно очень тяжелый и опасный путь. Но уверенно и стремительно поднимаемся. Мы все-таки добрались до Приморска спустя энное количество часов и дальней дороги. Всех разболтало, но мы доехали до сюда. Мы стоим сейчас на берегу Финского залива. Здесь, на удивление, финский не замерзший. Вот. А сзади меня находится кирха Святой Марины Магдалины. Вот. Одна из главных достопримечательностей города. Построена очень давно. Еще финами. Но это еще не все, что мы вам должны показать. Залива. Но вы не поверите, но это реально входит в замечательности города Приморска. Повеселайся. Немножко финского языка. Павшим в войне жителям Повелиста. 1939-1944 год. Thank you.
гуляем по городу сейчас уже где-то минут 20, наверное. И вот видно, что очень много памятников посвящены Великой Отечественной войне. Именно сколько вот воевали на флоте. Очень вот стена памяти здесь в войне, в битве кровавы. Вы отдали все, что могли. Да будет вам вечная память и слава. Посвященная погибшим морякам, которые воевали здесь, в Приморске, в эти далекие 40-е годы. Все, что одно из того, что осталось от Финляндии. Когда-то город был в составе Финляндии, по-моему, назывался город Ковисто. Сейчас он, кстати, имеет факт, он сейчас статус заброшенный. Имеет. Интересно. Красиво. Правда опасно. Сейчас, тем более зима, скользкая, Финск провалится будет на раз-два. Так что будем осторожны. Впереди город Приморск. В общем, приехали мы на крепость. А вот какое название у этой крепости, смотрите далее. Мы в Высоцке. Это крепость Трансгунд. Лиза чуть не родила, ага. Поэтому здесь довольно-таки хорошо, тихо, спокойно. И вид на финский. И много котов. Да, и много котов, причем рыжих. Причем рыжих. И вот один из них. Короче, города котов. Одним словом. Походу большая была. Ну, похоже. На то, да. Андрей, что там внутри за этим кирпичом? Вообще фонарик, давай посмотрим, что там. Вдруг там бабака живет какой-нибудь. Ну-ка. А, склад мусора. Склад мусора? Ну, в общем, ничего интересного. Внутри, возможно, какие-то захоронения, которых мы, естественно, не знаем. Там, кстати, выход с электронной походу есть. Стоп! Сейчас мы продолжаем. Жесть, смотрите, какие сосульки здесь. Это, знаешь, типа похоже на комнату ада. Сюда зайдешь и сосульки упадут здесь, да, и ты труп. Пробитие, пробитие, ну. Да. Выглядит на самом деле криповенько. Знаешь, как говорится, одну ссылку потянешь, сейчас все обвалится. Ладно, нет. О! Сейчас призовешь призраков каких-нибудь. Сосулька.
Ну да. По сути дела. Ну, в целом так, да, все кирпично. Кирпичная основа. Все кирпичная основа. Идем? Идем. Я не знаю, будет, конечно, вам видно или нет вообще в целом, что мы снимаем. Ну, в общем. Ну, больше половины там не видно. Не видно? Ну, что-то видно. Ну, короче, это, грубо говоря, типичный этот самый. Как его? Заброшка. Уходим? Уходим. Залива мы заканчиваем наши спонтанные прогулки по Приморску, Высоцку. Впереди, может быть, вы увидите кадры из машины Выборга, но это не точно. Вот. Ну, на этом мы сегодня заканчиваем наши приключения. Поставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите наши предыдущие выпуски. А я пошел греться. Всем спасибо.